30 января свой день рождения отмечает Эдуард Гурвиц. Одесситы поздравили экс-мэра с теплотой, вспоминая о том, что сделал Эдуард Гурвиц для своего родного города. Телекомпания «Круг» присоединяется к поздравлениям. Какими качествами должен обладать настоящий мэр? С таким вопросом мы обратились к горожанам. В первую очередь, любовь к своему городу и народу, который здесь живет. Я думаю, что прежде всего это честность. Порядочностью. Отвечать за свои слова, обещания, которые дает. Честность. Обязательно честность. И вроде ничего необычного. Честность, любовь к городу и горожанам, порядочность. А еще мэр обязательно должен быть хозяином, в том числе хозяином собственного слова. Потому что только хозяин слова способен быть человеком дела. Таким, каким одесситы знают Эдуарда Гурвица, мэра Одессы, в двух каденциях второй половины 90-х и с 2005 по 2010 годы. Самые светлые воспоминания – это Гурвица. Оно просто тепло дает какое-то сердцу. Потому что думаешь, может, не все потеряно, может, еще Одесса возродится. Я желаю ему здоровья, потому что это светлый, добрый, прекрасный человек. Сколько он помогал деньгами, на операции давал деньги. Коммунальные услуги, кто не мог заплатить, он погашал. Сколько он добра сделал. Что нужно, иди Гурвиц, он тебе примет, он тебе поможет. Я не знаю, если Одесса... Когда-то Бог пожалеет Одессу, он пошлет такого, как Гурвиц. Я не знаю, все, что можно было сделать Эдуардом Иосиповичем, оно было сделано для Одессы, для расцвета. Были построены дороги. Был поселок Котовского, который мы все страдали от того, что невозможно было добраться в областную больницу. И вообще доехать туда, она была построена, эта дорога. Приморский бульвар. Дороги города. Самые захолустные дороги были и не просто сделаны, а были настолько качественно сделаны, что они до сих пор служат и будут служить многие года. Для жителей были устроены праздники, муниципальные добавки. Ну, город воскрес. С нами считались в Европе. За Эдуардом Ощем очень у меня большая, во-первых, ну, смута в душе о том, что его сейчас нету, о том, что Одесса разрушается, к сожалению. И все то, что он сделал, оно, к сожалению, приходит в упадок. Но я очень надеюсь, что Эдуард Ощем вернется. И что Одесса заслуживает такого мэра, второго дюка де Ришелье. Я очень в это верю. Мне хочется передать ему привет, свою любовь, свою искреннюю любовь, любовь одесситов. И пусть он будет с нами. Это был настоящий мэр, в отличие от теперешнего. Я просто матом не хочу ругаться по отношению к теперешнему мэру. Здоровья ему крепкого и счастья, и удачи Эдуарду. Спасибо. Конечно, обязательно. Мы его помним. Здоровье, как всегда. Самое главное – это здоровье его. Здоровье его близких людей, его детей, его окружения. Телекомпания «Круг» присоединяется ко всем поздравлениям человеку, который верен Одессе и верит в Одессу.